Санктуарий. Вот, да, в прошлой серии мы остановились на том, что мы заблудились там чуть-чуть. Вот, но кажись, я там побегал чуть-чуть, я, да, продул, мы будем сейчас идти туда, там, где я продул. Вот. В смысле, новая игра. Нет, продолжить, фух. Вот, да, наш вор-убивца. Так, я нашел здесь чекпоинты вот такие. Так, давай вспомним. Так, это у нас вот эти сильные ударчики. Это у нас блок. F у нас использовать, всякие там приколюшки, да? Так. И по факту ж, помнишь, мы здесь с тобой поднимались, да? И мы с тобой выходили сюда. Вот тут, здесь у нас здесь две бутылки. Мертвый тот рыцарь. Да? А. Мертвый тот рыцарь. Да? Окей, да тогда. А, ну це. Так, берегись принадлежность, принадлежащий. Ага. А, так, короче, бутылки, которые делают игроки, я понял. Ну, как типа в Dark Souls. Вот, там есть типа такие приколюшечки. Так вот, да, вон, видишь? Такая могилка нарисованная. Я здесь сдох. Да. Тупо. Ну все же. Вот. Мокрый рыцарь. Его так зовут. Опа! Ну да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сорян. А как? А почему? Ай. Ай. Прикольно. Все, я протыкал свои 1500 соли. Обидно. Но по факту. Ты понял, к чему я клоню, да? Нам надо сейчас сюда залезть. Давай еще разик сюда сходим. Проверим, что да как. Давай возьмем хилку вот эту и поменяем чисто на оружие. Без щита будем ходить. Ай! 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 Я слегка... Опа! Замешкался. Ай, карамба. Опа. Ай-яй-яй. Вот это откинул, вот это откинул. Опа. Вот, он вошел во вторую фазу свою, во вторую стадию, так скажем, да? Опа! Опа! Нет! Ай-яй-яй-яй, нам сейчас проигрывать нежелательно. Так, давай последнюю флягу используем. Ай-яй-яй-яй! Ух ты ж! Ага, неплохо, согласись. Хорошо получилось таки, да? Багет, короче. Его звали Багет.
прах мокрого рыцаря. Опа, ключик получили. Неужто ли это тот ключик, который нам нужен для открытия двери? Итак, вот, я не знаю, сдохнем ли мы или нет, но давай проверять все-таки не будем, да? Так, спасибо тебе за соль, за денежку. Здесь мы восстанавливаем наши большие хилочки, вот эти. Благословенную воду. Опа! Ай-яй-яй-яй! Опа! Песель, ты чё? Он, походу, совсем куда-то приехал. Давай, водичку восстановим. Здесь так. И вот так, да? Так, ты хороший. Так, привет тебе, путница. Тебя ведет какая-то цель? Да. Спасаешь принцессу, значит? Я не видел здесь никаких принцесс, но не отчаивайся, подруга. В любом случае, хорошо, что у тебя есть цель. Хочешь, расскажу тебе о своей? Давай. Прекрасно. Моя цель — захватить замок к востоку отсюда, победить стражу и убить дракона. Замки нужно захвачивать, а драконов убивать, понимаешь? Понимать-то понимаю, а ты понимаешь? Так, черная жемчужина. Так, топор. Опа. Так, у нас, кажись, намечается новое оружие, да? И там у нас были вот куфайка. Нет. Эту мы оставим, так как она есть. Да. И все же, может, у нас здесь еще что-то наверху есть? О, вот, да, какая-то фляпа ли. Так. Ага, спрыгнуть вниз. Ну. Спасибо. Так, вилла. Узелок соли. Опа, узелок соли. Использую. Ай-яй-яй. Так, и... Так, стрелы и простой лук. Ух ты. Ну окей. Так, монетки не забываем собирать. Так, а что у нас здесь? Опа. Блин, какой-то пленный. Здравствуй, подруга. Так, безделушки на продажу, безделушки за монету. Купить. И что это? Локон. Так, сувенир солдата, напоминающий ему об умершей возлюбленной и
о неизбежной встрече с ней в будущем. С помощью воспоминаний, скрытых в этом предмете, кузнец может улучшить. Угу. Так, факел, огненный болт. Такие там, впрочем, ничего такого особенного. Ясно. Уйти. Пока. Значит, здесь будет еще один шорткат, да? Опа. Так, факел. Вы меня простите, но мне там... Ай-яй-яй! Вопрос. А, это как мне получается, она будет убить того моба, да? Или нет? Скажите, что нет. Свои души я верну, свою соль, свои души. Такое чувство, как будто бы Dark Souls играет, понимаешь, вот это. Ай-яй-яй! Шорткатик, ха. Так, я боюсь, мы сейчас зайдем сюда раньше времени, да? Village of Smile, деревня улыбок. Да улыбались, да? Окей. Сюда зайти. Ладно, давай еще один раз сюда спустимся. Я понимаю, да, что это... Я хочу забрать свои монетки. Они мне надо. Они мне нужны. Ah!
спустился вниз. По факту, если попробовать, ну это же вряд ли, да? Ладно, давай сюда попозже вернемся. Выпьем, да. Выпьем. Так, ага. Сюда поднимемся. Этот шорткатик мы открывали. Ага, то есть тут прям зажима можно. Опа, ц. Как будь... над небо. Ничего не понял, но очень интересно, да. Угу. Так, еще одна подсказочка. Ну, это мы читали, это мы уже все видели. Нам бы здесь сразу найти... О! Привальчик. Ага. Давай, сколько? До 7-го, да, поднимем. Давай, древо навыков. Так, выносливость определяет максимальное снаряжение. Так, у нас 4, да? Можем вот это взять. Да. Владение мечами. Владение алебардой. А у нас же, типа, вот этот... Мы еще, получается, не в ту ветку качаемся, да? Не, ну здесь посохи. Нам явно не туда. Нам, получается, надо вверх качаться, да? Или куда? Я хочу определиться сейчас, народ. Простите. Да, это займет чуть больше времени, чем нам хотелось. Получается, нам надо сюда качаться, в эту ветку. А там гляди, уже и разберемся. А, нет, вот катаны. Ну, только минус здесь арбалеты, вот эти всякие. Нам надо, получается, закрыть вот эту ветку. Вот, а чтобы нам туда дойти. Получается, да? Да? А вот это не могу. А, чтобы это открыть, это что? Это сила, да? Воля здесь будет 9, а здесь... Давай силу, ладно.
Так, сделать подношение. Так, ты кто? Так, хочешь справиться в другое святилище? Нет. Так, я делаю все, что в моих силах, чтобы свет Девары добрался до самых темных уголков этого мрачного острова. Окей. Всего хорошего. Так, это чё? Фигурка наемника. Ладно, давай сделаем подношение. Вот так вот. Фигурка наемник. Наемник. Так, ищешь напарника? Так. Это опасное место. Возможно, не стоит бродить здесь в одиночку. Я бы так не сказал. Пока-пока. Увидим. Если что-то мне будет не стоить, я приду к тебе и тебя наймем. Да. Тогда озарит твой путь свет Девары. Так, выучить молитву. Ничего не умеем. Ладно, купить предмет. Вот. Да. Готово. Пока. Теперь я хочу вместо вот этого щита поставить себе вот это. Опа. О, колокольчик возвращения. Ну, опять эта цитаделька. А для чего они здесь, я пока даже и не знаю. А, не. Хи, все хорошо. Да, сумка соли и... Какой-то фенюшка. Ладно. Пока так, хорошо. Ой-ой-ой! Меня тупо взяли, запинали, нифига себе. Ладно. Ладно. Сейчас возьмем наш топорик и проверим заодно щит. Вот так, 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 так. Это мы пьем. Опа. Не-не-не-не-не-не-не. А? Ай-яй. Так, вопрос, куда, а куда мне надо идти? Нет, это жесть, это просто жесть, Карл. Как? Я
Ай-яй-яй. Это все боль вот этих соус игр, это. Надо было просто выждать момент. Ой. А теперь можно вопросик, а болт я смогу поставить или... Да, опа, не могу лук поставить. Тогда давай вместо... Ой. Опа. Опа. Ай-яй-яй. Ай. Ай. Ага. Давай, наверное, вот так вот и катанку сделаем. Хорошо. Хотя нет, ничего хорошего здесь нет. По факту они-то умирают быстро. Даже слишком. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Надо действовать тактично, а я действую не тактично. Простите. Опа.
Мормут? Что? Мормут опять какой-то. Опа. Ладно. Минус один собак. У меня им не бомбит. Для того, чтобы у меня забомбило, я не знаю, сколько им надо будет времени на это потратить. Но у меня не бомбит. Пока еще, возможно. А можно сколько будет переместиться? Ну, сюда сколько будет стоить? А, типа, просто взял, переместился? Кузнец, да? Улучшить. Оружие. Вот это. А, нужна соль. Ха. Так, а ты что можешь мне предложить? Купить предметы. Шесть, двенадцать, семнадцать, а тут 8, 13. Тут-то, говорю я. Да, конечно. Здесь я. А переместиться нельзя так? Давай, пошли. Я не знаю, что это такое, что било. Отстань. Не трогайте меня, пожалуйста. А то я вас тоже буду трогать. Бесконечный клык. Прикольно. А здесь карта есть или нет? Походу нет. Пошли дальше, значит. Яйцо. Что? Чего? Зачем? Зачем он это написал? Я понял одно. Мне сюда без хила, ну, вообще нельзя. Опа! Угу.
Не бомбит у меня, все хорошо. Какая-то не бомбическая серия получается у нас. Кстати, это же... Этот пацанчик мне подкинул офигеннейшую идею. Понимаешь, да, если мы уберем щит. А, то есть во вторую руку мы только сможем взять щит, да? Я думал, сможем взять катану, типа в две руки, было бы прикольно, но нет. Нам сказали нет. А что? Это сейчас так вот держать. Это всем говорит, чтобы они меня опять не трогали, да? А они меня будут трогать. Трогат. Прикольное слово. А здесь мы уже были, да? Окей. А время-то подходит так к концу. Монетки это хорошо, а соль? Соль, кто мне вернет соль? Они здесь какие-то все слегка этот, того, ненормальные. Говорю ж, ненормальные. То ли это я такой медленный. Знаешь, все-таки да. Все-таки это да. Где он? Это мы восполнили. Ты. Нанять. Сколько ты стоишь? Игрок-наемник, нажмите левый. Это прям второй игрок должен ко мне присоединиться или чё? А что у тебя? Яйцо раздор. Так, обычное яйцо благословение для использования никто. Не знает, откуда пошла эта традиция, но уже много веков вооруженные конфликты обычно начинаются с яиц раздора. Перед значительными сражениями командующий должен раздавить
такое яйцо, этот ритуал воодушевляется союзников и сеет страх среди врагов. Так, разовите яйцо, чтобы начать PvP-бой со своим спутником. Так, а нанять-то как? Обидно, конечно, но что поделаешь. Так вот, сгиньте. О, да, меня не трогайте, пожалуйста. А, серия это уже затянула на целых 42 минуты. А давайте чисто попробуем пробежать их. Ну, не получилось. Как видишь, да? Не получилось. Последний забег сделаем. Думаю, и хватит. А то я не знаю даже, честно, что это такое. А, это кинжал отравления будет, да? Ой-ой-ой-ой. Ну, по крайней мере, у нас в мире был кинжал отравления, которого теперь уже нет. А это шо? Окей. Ладно, допустим. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А забег-то был прекрасен. Я не знаю, может, мы в натуре не туда пока пошли. Может, нам нужно пробираться в том направлении? Ну, ты, я думаю, понял. Либо поняла. Так, дверь кто из справа? Секрет, дверь здесь.
Не-н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 е. Ай. А там какой-то босс, видишь, ходит. Нет, давай. Вот, теперь точно явно будет последний. Мы сейчас попытаемся проникнуть в ту локацию. Крыло мертвого крыла. Хех. Кстати, а что нам вот этот челик скажет, а? Ты. Так, безделушки на продажу. Хорошо. Говорить. Как здорово, что ты заглянула. У меня много чего есть. Безделушки. Так всякие полезные безделушки. Ты мне золото, а я тебе безделушки. Безделушки за монету. Запятнанная страница. Так, примените на оружие, чтобы добавить к своему. От тьмы. Атаку ворона тьмы. Угу. Страницу. Священное место, чтобы искать в свет. Класс тяжелая броня. Ну все же, это все не то. О, я смерть убил. Прикинь. Я походу убил то, что нельзя убить. Ну, по крайней мере, ну, если там крать наш мир. Так, деревня убила. Опа! Походу в натуре таки-то знаешь что? Мы походу пошли изначально не в ту сторону. Локон какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коснили. Опа, колокольчик дали. Ай. Да явно пока рано. Ага. А я думал здесь что-то будет более. Так. Ну, окей, здесь ничего такого.
Ай-яй-яй. Смотрящая чаша. Ай. Так, а где чекпоинт? Так, окей. А, меня это заинтриговало. Хопа, здесь вот видишь какой-то клеймор. Это двуручник. Это по-любому двуручник, который мне здесь не понадобится. Потому что воры, что правильно, двуручниками не пользуются. Ай! Не заметил. Не заметил. Так, можно какой-то чек? Либо какой уже? Пожалуйста. Вот, сапоги кузнеца, перчатки кузнеца. Дать клятву. Так, трое. Так, сильвары перестаем. Нет. Но повышение уровня же здесь можно сделать, да? Вот, ровно на десяточку. Черная жемчужина, древо навыков. Так, владение кинжалами. О, вот это хорошо. Вот это нам надо. Только здесь целых две вот эти жемчужины берут. А, так, убийца, класс второй. Энергии это нам не нужно. Так, дает одну единицу выносливости. Так, легких доспехов. Давай. Вот так вот. А для чего мне вот эти штуки? Можно узнать? Я хочу так просто. Нет, это значит все не то. Тогда зачем они вот эти черные? Так, купить. Что купить можем? Рыцарский меч? Хотя это меч, а нам нужны кинжалы. Кстати, да, улучшить. Чё? Чё? Прикольненько. Это у нас, типа, сейчас мы можем вот так вот сделать, типа, да? Хи-хи. Ух, какой страшненький. Ну зато от огня поле какая защита. Я не знаю, зачем такая бешеная защита, но пусть будет, ладно. Это повышает выносливость. О! Улучшить кинжалик им.
получилось. Вроде как. Так. Ой. Так, какое оно странное. Продолжает бороться, хоть весь остров задыхается от отчаяния. Другие уже начали сдаваться. Она тоже склонится, как и другие. Да. Нет. Слова без страха ничего не значат. Внутри него я вижу искру отваги, и его оскорбляет меня. А, и это оскорбляет меня. Оно склонится со временем. И не по доброй воле, а в страшном отчаянии, какого оно еще не знало. Йоп. Бобан. Ладно. Салаш, из меня подловили. За 150 золота ты чё, офигел? Можно, не надо. Столько много забирать денежек. Мне денежки тоже надо. О, кошка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мои монетки. Ладно, пусть у тебя побудут мои золотые. Да. Народ, на этом с вами был ваш Дромчик. Да, всех люблю, всех целую. Не забывайте писать комментарии под роликом, понравилось вам или нет. Ждете его приложения. Вот. Также не забывайте прожимать лайкосик, подписываться на каналчик и делиться данным видеороликом с друзьями. А на этом всем желаю всего хорошего и до скорых встреч. Кушайте вкусняшки, гайсы, и не поправляйтесь. Пока-пока.